Может, он передумает, Зино, как думаешь? Это возможно? Не думаю. Он больше не хочет ничего к тебе испытывать. Он боится влюбиться снова. Вот почему он не хочет меня нанимать. Вот почему. Я все поняла. Ну да. Почему я об этом не подумала? Иначе, почему он был так против? Подумай. Почему? Конечно. Почему он был против? Я воспользуюсь этим. Как? Увидишь. Что случилось? 5 кило. 5 много. Достаточно. Я ничего сегодня не ела. Я что, брежу? Это что, Зюмрюд? Ты не бредишь. Забыла сказать, что Зюмрюд вернулась и заехала в дом напротив твоего. Смотрите друг на друга, повернитесь. Не двигайтесь. Вот так. Стоп. Стоп. Секунду. Дайте я встану посередине. Подвинься немного в сторону. И подержи вот это. Подержи. Да, меня с сыном. Какая красота. Спасибо дяде Махмуту, что дал нам машину, Надя. Сын. Скорее. Скорее. Мне так плохо. Что такое, мам? Голова кружится. Что? Сейчас в обморок упаду. Все нормально? Да. Ты в порядке? Машину так трясет, что я окажусь в больнице, если сяду сзади. Мам. Мне нужно сесть спереди. Эсра. У мамы голова кружится. Почему они вернулись сюда? Что они здесь делают? Соскучилась сильно. Вот и вернулась. Неважно. Лишь бы они меня не доставали. Выбери хорошие. Она тебя увидела. Это что, Эсра? Стала такой уродливой, совсем запустила себя. В смысле, она красавица, машала. Машала? Ты что, думаешь, с глаз на нее подействует? Привет, Эсра! Можно 15 кило бананов, пожалуйста? 15? Мы что, обезьяны? 3 хватит. Мы можем раздать часть нуждающимся. Здравствуйте. Привет, Зейнеп. Как ты? Хорошо, а вы? Отлично выглядишь. Как ты, Эсра? Да что я спрашиваю? Твой бывший муж теперь миллионер. Плачешь по ночам? С чего бы мне плакать, интересно? У меня все хорошо. Но, похоже, богатство вам не помогло, раз уж вы решили вернуться. Это никак не связано с деньгами, золотом или украшениями. Я скучала по нашему району. Вот и все. Видишь, тетя Рейхан, люди скучают по прошлому. И рано или поздно возвращаются к нему. До свидания. Тебе мой сын только во снах светит. Что она несет? Весь Стамбул бегает за моим сыном. Думаешь, он на тебя хоть посмотрит? Да кто ты такая? Ты его только в журналах или газетах увидишь. Она уже ушла. Я не договорила. Кто ты вообще такая? Кто? Да никто. Ну все, все. Я не отдам ей своего сына. С чего вдруг Азану и Эсре сходиться? Успокойся ради Аллаха, хватит. Ну перестань. Нет, просто привезите всю тележку к нашему дому. Всю тележку? Да. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.